блядь, ёб твою мать. Красава, блядь. Просто пиздец. Ё-моё, вот это крутило. Ой, бляха. Снимали все это? Да. Да что за заправка, мне уже страшно заезжать. Ё-моё. О, посмотри. А что? Да, вот из-за таких аварий получаются. Ты видишь, что делает? Он нарушает, козёл, все правила. Ты видел? Все, так, авария, авария. А, тихо, тормози! Пидорас ебаный, блядь, козел, хуев. Чтоб ты провалился, ну, тварёныш, блядь. Ну мы что, проедем там? Проедем, да. Тварёныш, ну, я как знал. Ну этот что, не проезжай? Стоять, ну сейчас менты приедут, загородили всю дорогу. Тварь, вон он в кого врезался, в зеленую машину. Ты посмотри, на какой скорости. А посмотри, морда вся разбита. Пидорас, блядь, чтоб ты сдох. Блин, течет что-то зеленое из него. Так ему и надо, блядь, сволочь, недоумок. Ну вот эти люди пострадали. Боже, я никогда не видела на глазах. Вот ты видел, там сняли, не подушка безопасности, там не подушка безопасности, ничего не сработало. Вся морда разбита. Недоумок. Что-то зеленое вытекло из машины. Или синее какое-то. Тормозная жидкость, что ли, Сереж? Это охлаждающее. Мы как предполагали. Да это мне понятно было сразу, Свет. Я же не первый день за рулем езжу. Нельзя по полосе для встраивания, нарушая все правила, все обгонять. Тут какое ограничение скорости? Ой, ну как обычно. Сереж, хорошо, что мы не попали. А ты посмотри, он с этой полосы начал встраиваться. Не хватило места туда. Он бы мог сейчас вообще все, Свет, машины вот эти сбить. При торможении наши все машины собирают все полностью. То есть, что значит? Они тормозят, у них неравномерно колодки зажимаются. Советские? Почему его, да, так туда понесло? Сухая абсолютно дорога. Сереж,
Почему его так понесло? Я тебе объясняю, неравномерно зажимают тормозные... Вот это что, не пострадало из-за него? Неравномерно зажимают тормозные барабаны, диски. Из-за этого справа колодки прижимают слабее, слева сильнее. И машину туда уводят. Ты же поняла, да? Я не поняла даже, почему он врезался в ту бомбу. Да потому что колодки у нас, у отечественных машин, неравномерный момент срабатывания. Ну какого ты хрена так катаешься на такой машине, шуперденьки на десятке? Ну... Да потому что дурак, понимаешь? Потому что нельзя так делать. Вот и увидела. Никогда так не делал. Никогда такой не было. Никогда. Вся морда в крови, ты видел? Да так ему и надо. Я ничуть его не жалею. Ну жалко машину зеленую, он врезался сильно. Да, люди пострадали, да. Потому что он виноват. Нельзя так гонять. Ты кого виноват теперь вот будет стоять часа три. Нет, ты считаешь что? Что ты на десятке, сволочь, значит, можешь нарушать, тебе все разрешено? Почему люди прилично едут как положено, а ты, тварёна, что делаешь? Камеры везде, лишь 70 ограничений. Люди, вот мне жалко кого? Людей, которые ехали впереди него на Калине. Зеленая машина. Да это не Калина, а какая-то была Киа, что ли? Ну не знаю, я не рассмотрел.